Выкинь, говорю, свой айфон нафиг. Айфон? Удачи, побольше подписчиков. Ну, пасаран, спасибо, вы нам сейчас испортили дубль. Надо, короче, тут не штуку с тачками купить. Какой-то проект. Нужно заморозить, конкретно. Да. Чё купим? Спасибо большое. Не знаю, Range Rover давай возьмем. Range Rover есть у академики. 220. 220 Жорик Ивазов недавно купил. Нужно, короче, реально что-то про жигу, нужен концепт. Надо что-то про мужскую дружбу, короче, про взаимовыручку. Там, не знаю, на дорогу, какая-то такая фигня. А то получается, что что-то каждый сам за себя, знаешь. Коты мышей трахают, знаешь, что наоборот. Бред какой-то. Огонь только жигу ремонтировать надо всегда. Ну что, что делать? Ну нет, да пофиг, что надо ремонтировать. Главное, что нужен концепт, короче, нужны правила. Нужны правила шоу. Ну, нужны правила шоу, жили придумать. Задрал ты своим айфоном уже, выкинь ты его нафиг, а ты придумал что-нибудь, нет? Че? Выкинь айфон свой, говорю, ты придумал что-нибудь, нет? Да не, ничего не придумал. Подожди, айфон. И? Короче, у меня есть офигенная идея. Смотри. Короче, мы берем айфон, размещаем объяву на Авито. Смысл в следующем, короче, мы меняем айфон на жигу. И, короче, пробуем, можно ли на этой жиге, короче, проездить в течение года с вложениями в 10 тысяч рублей. Если у вас есть друзья, короче, мы будем ходить по помойкам, выцыганивать запчасти, короче, будем всюду этого кота с собой таскать. Будет офигенно. Короче, айфон меняем на жигули и ездим, короче, на них, ну, не знаю, может быть, год не получится, ну, хотя бы, да пофиг, короче, ездим год и все время с нами кот. Огонь, как тебе? Огонь. Не, ну, реально, что? Реально, и назовем мы этот проект «Печалька». Огонь! Thank you.